Гэта праграма «Вяскоўцы», з вамі Віктор Праліч. Аграры Віцебскай вобласці акунуліся з галавой у мора вясенне палявых работ. Унясенне туку, узворванне глебы і нарэшце сама пасяўная. Аграномы, механізатары, тэхніка з самага ранку да позняга вечара знаходзяцца ў палях у аб'ектывы вяскоўцаў, вяскоўцы Сеніншчыны. Задачи стоят очень серьезные. Нам нужно в этом году посеять только озимых зерновых, зернобобовых, порядка 17 тысяч гектар. Ну а также кукуруза на зерно, крестоцветная. То есть задача очень серьезная. Всего в яровом клине у нас где-то будет задействовано 23 тысячи гектар. Поэтому для этого нужно мобилизировать, наверное, все свои усилия, чтобы эти задачи выполнить. Ну а в структуре, как я говорил, 17 тысяч на зерновых зернобобовых, в том числе кукуруза на зерно, а также яровой рапс. Для Вадима Тятирки посевная 2024 по лику. На своем кируце за день только на поле намотывая десятки километров. Але такой порой он больше подлишивает и сочит за колькостью засеянных гектаров. За працовный день удается посеять каля 70-80 га. Заходячи с опыту, Вадим каже, что у многим гэтая лишь бы залежит от техники. Признается, что зараз и она не подводит. А все тому, что еще у зимку поклопотились про яе у приватности, а посевной у целом. Шумную технику попросили спынить на несколько хвилин деля нашего интервью и яе невеликого отпочинку. Если говорить об этой посевной кампании, у вас уже есть что с чем сравнивать. В чем может быть для вас какие-то особенности ее? Особенности? Ну учитывая, вот зимы в принципе не было. Ну, конечно, это большой плюс. Это то, что можно раньше начать посевную, соответственно, наращивать темпы побыстрее и закончить ее пораньше. Все сделать в срок, и, соответственно, и урожая тогда можно будет ждать хорошего. Трудовые будни, они начинаются с рассветом и заканчиваются на закате. То есть весь световой день мы забираем под себя. Приходим, остается время только помыться, умыться, покушать и спать, и все. Как часто получается вот посевная, потом уборочная, потом снова, наверное, посевная, видеться со своей семьей? Ну, детей я вижу только, наверное, зимой, потому что посевная, ты приезжаешь домой, они спят, уезжаешь, они спят. Приходится жертвовать. На пытание Вадима, коли глядеть, надеясь, что поспее справиться, называем час. На той вариант, коли не укладеться все зарабить, скажет семьи, каб глянули. А дома, хотя бы с экрана телевизора, его побачит жонка и трое детей. Усяго у пары километров от поля, где сеется Вадим Тятерка, працуют его коллеги. Наперед и с песней, и с сеялкой отправляется механизатор. Интервью нам не записать, а вам не убачить, але тут мы без крыўды. Разумеем, что часу мало. А вось Илья Гиренко уже чекая его вертания. Молодый человек, 3-й год, працуя подвозчиком насення. Его работа не меньше важная, чем механизатора. У час привезти збожжа, как не простоивала техника. 8 зерно, потому что сеялки не стояли, то что успеть надо посеять, пока погодные условия позволяют. Поэтому сеем 8. Для того, кто сеет, рабочий день, наверное, начинается, ну, грубо говоря, там с 6 утра, а у вас, наверное, раньше, чтобы пока он приехал. Ну, конечно, чтобы загрузиться, успеть приехать, чтобы он здесь приехал, уже не стоял. Загрузились, и он поехал работать. Посевная посевной, а и обед стараются подводить по раскладе. Машина с горячей ежей, якая намотвая сотни километров за день, принамсі старается приехать у час. До речи, обед для тех, кто працуя на посевной, бесплатный. У вечера привозят еще и под вечерок. Так по-свойску тут называют у полевых умовах вечеру.
Покуль у сеялки засыпают ту культуру, час якой не терпить, як правило, ячмень. А між іншим, работы на переде еще шмат. Так, для прикладу, на гэтых полях посевная разгорнится крыху поздней. Зараз же активно идет узворванне, займается им Виталь Костюченко. Рыхтуе площа, на якія пасля прыйдуць сеялкі, загружаная кукурузай. Сёлета стаіць задача заняць гэтай культурай, якая пры аналізе мінулага года дала высокі ўраджай каля 120 тысяч гектараў па ўсёй вобласці. Віталь сюды яшчэ вернецца, толькі ўжо каб сабраць вырашчанае. Начал работать с 4 марта. Пашу землю в основном, подготавливаю подсев. Процесс ускоряется, но зависит от земли. Если грязно, то много не получается. А так, ну, среднее там 30 гектар за смену. Все подсыхает уже, вода с полей уходит, и нормально сейчас более-менее уже становится. Домой прихожу, как получается. Я могу задержаться, как бы, и поздно, позже поработать. Как бы, ну, как все идет, как все получается. Утром рано прихожу, часов в 6 утра, начинаю смазывать, проверять масла, смазывать плуги, смотреть, пережимать. И все, и поехал в поле. Кукуруза – стратегичная культура для АПК в области. А пошлым часом акцент робите на гибридное жито. Полі з ёй якраз зараз пад кормкай азотам рэабілітуюць пасля зімоўкі. Спецыялісты кажуць, што з несуровай пары года яна выйшла нядрэнна. З аднаго насення вырасла 8 сцёблаў. Цікава і тое, што норма пасеву гібриднага жыта 80 кілаграмаў на 1 гектар, у той час як прапорцыі іншай культуры 250 кілаграмаў на тую ж плошчу. Такую расліну тут культывуюць трэці год запар. У цэлым жа, кажуць спецыялісты, планы на гэты год вялікія. Аднак перш чым чакаць аддачы, трэба пастарацца, што і робяць зараз аграры. Что касаемо подготовки семенного материала, конечно, это тоже работа, которая находится у нас постоянно на контроле. Есть семенная инспекция, которая перед началом весенне-полевых работ проверила все семена. Они оказались кондиционные, значит, поэтому сеем только кондиционными семенами, естественно. Ну и плюс кондиционным семенам, конечно, необходимо их протравливать. Протравительные машины в хозяйствах исправлены, подготовлены. Запас протравителей имеется, чтобы проводить весеннюю кампанию. Поэтому в этом плане у нас, можно сказать, дела обстоят неплохо. Ну, а семена кукурузы, наверное, которые вопрос у всех, скажем так, на особом контроле. Семена кукурузы на старт у нас есть. Ну и в ближайшем времени недостающие семена тоже также будет завезено в хозяйство. Зимой на совещании председатель облсполкома поставил задачу перед всеми сельхозорганизациями увеличить площади этой культуры. Насколько она увеличилась у вас? У нас увеличилась на серьезно. В прошлом году мы сеяли 3300 гектар. В этом году мы будем сеять 5800. И в том числе 4000 мы планируем заложить силос кукурузные, а 1800 отведено для сева кукурузы на зерно. Сроки нам будет диктовать в первую очередь, конечно, погода. Агротехнические сроки нужно не упускать, чтобы мы могли получить максимальный урожай. В первую очередь, конечно, сеем ранние зерновые, ну а после этого будем приступать к севу кукурузы. Хотя кукурузу тоже, если насеять на зерно, ее тоже надо сеять максимально ранние сроки. У ближайшие дни первое, чем будут цікавиться с раницы аграры, прогноз надворья. Укластися треба у термины. А посеять належить ни много ни мало 411 тысяч гектаров зерневых и зернебобовых. Аграры активно включились в эту кампанию, покуль посевную, але потом пойдут кормы жниво. С этого напруженного марафону выйдут только ближе до зимы.